Сегодня 21 апреля 2019 года. Вот мы находимся здесь на Ползунова. Вижу вокруг здания. Приходят люди. Сегодня у нас богослужение будет. И вот такие надписи тут. Добрый день. Посчитайте надписи при входе в храм. И найдите еще где-нибудь во всем Советском Союзе. Это первое. Это самое простое. Ага. Это наш врач краевой больницы, если потребуется. Виктор Андреевич. С праздником. Мир вам. Так, с миром. День. Вот. Мир вам. С миром. Сейчас, Игнатий Тихонович. Так, ну давайте. Вот, это вот бегут. Это вот смотрите сюда. Это мои племянницы. Ага. С деревни. Они здесь учатся. Там Потерявки 9 классов только. Вот рядом протока Аби. Вы никуда не торопитесь. На Опе обязательно сходить посмотреть на мост. Так, не на шаг не отставайте. Не отставай. Мы сейчас зайдем, я показывать буду. С миром. С миром. С воскресением Христовым. Праздником. С праздником. Вот этот дом, я сейчас вам скажу, давайте маленько назад вот сюда выйдем. Ага. Он единственный, может быть, на всю Россию и за ее зарубежье. Такой дом. Так. Чем важен? Давайте. Так, а тем, что когда я освободился, а был помилован, не реабилитация, а помилование от Президиума Верховного Совета СССР за 15 марта 1987 год. Было так. Указ-то издали, но я что там знаю, в лагере-то, Жанота, с Жамбульской области. А в это время кто-то кричит, говорит, выпускают статью одну, 190 прим и 70. А люди не понимают, что статья. Это политические статьи. Верующие гнали в эти статьи все. И Глеб Якунин по 70-й сидел. Зоя Крахмальникова, муж ее Светов, тоже там был по этой статье 193. Ну, когда дали мне прочитать, это второе подают. Я говорю, второго не надо, я иду на свободу. Ладно, и правда. Тоже меня мигом, говорится, за шиворот. И сразу быстренько готовьтесь. Что есть, оставляйте. Бегом. Указание дано, чтобы в 3 часа вас не было на зоне. Вот это дисциплина, я понимаю. И это не считается, что это мелочь какая-то. Они все забегали до начальника. Скорее, около меня стоит и ногой топчет. Скорее на улицу. Сразу сопроводительного. Я говорю, нет, я к начальнику лагеря зайти должен. Бахаев. Специально послали туда, где другой народ, другая религия. Ну, Казахстан. Я говорю, должен ему кое-что сказать. Провели. Ну, я навещал его там, Ахмат Магометович, как это я, к примеру говорю. И я ему говорю, что я обязательно буду обращаться в Центральный комитет партии. Что у вас делает здесь? Лагерь смерти. До этого было так. Когда начинают там что-то учить, в красном уголке на уровне головы стены кровью все залиты были. Но при мне уже так не было. Ну, тоже. Только говорил, лежу мертвый. Учат, которые там из заключенных самые такие крепкие ребята, что в перчатках, не знаю, но когда бьют, треск раздается. И в руках черенок от палки, это, от лопаты. И тогда кости крушит. Так вот, когда я вернулся, сразу подал, начал разбирать, что у меня изъяли. А как считают, фонотека самая крупная в мире была. У меня опубликовано кое-что, взяли, это все говорить. И, наконец, через 11 лет процесс был выигран. Как это может быть? Не знаю. Представитель Краевого суда Пашков Виктор Иванович говорит, это единственный случай, чтобы гражданское дело разбирал Президиум Верховного Суда СССР. Там разбирают только такое, когда расстрел или что-то. Ну и вы решили, теперь что отдавать? Тут снова начали раскрутку делать. Они хитро сделали КГБ в стороне, а провели через железнодорожную администрацию и главный ответчик городская администрация. А мэр города Баварин Владимир Николаевич, он входил в десятку лучших мэров России. Очень хороший человек. Ну, бывший парторг моторного завода. Что дальше получается? Процесс заканчивается, вы решили деньги, оплатить нечем. И Бог дает исполнитель судебный, женщина, и она прямо поставила вопрос. Пока Слабкин не рассчитается, бюджетники все будут заблокированы. Ни рубль никуда не идет. Ну, тогда начался разговор с мэром города, этот железнодорожный отдел, который брали там, район,
Петров, он потом вице-мэром был. Давайте отойдем. И прокурор края. Прокурор края. И все, значит, собрали. И еще был один Цен, он ректор юридического института. Лапки на руки, ноги не вставить уже. Говорит, ну давайте закончим это дело. Что, ну как вы думаете, нам недвижимость нужна. Где молиться? Мы зарегистрированы за рубежной церкви. В патриархии это невозможно было сделать, намертво невозможно. И тогда мне предложили два варианта. Вот смотрите, первый. Вот сюда подойдите. Вот там видно за этим зданием, вон там уголок торчит. Это бывший краевой суд, где меня судили. Вам видно, нет? Да. Но это когда-то золотопромышленник имел. Теперь там музей истории, искусства, литературы. А второе место повезли прямо против тюрьмы, сгорел магазин. Я говорю, нет, суд еще не определенно, а тюрьма это точно. Мне нужно, чтобы сухое место было и недалеко. Отойдем. Чтобы бабушки могли заходить. И вот это все было сделано. И вот тогда приехал сюда мэр города, сейчас я покажу вам фотографию. Из «Алтайской правды» корреспондент, очень сильный. Он у нас в Потеряевке 29 лет. Фотографируемся. Волобуев Александр Павлович. Здравствуйте. Добрый день. А это Барабаша, сын здесь учится. И приехали сюда, и были съемки сделаны всего. Вот эта территория. Здесь я ничего не делал. Когда меня привезли посмотреть, я посмотрел, здесь заперто. Я говорю, что? Это весь дом? А сколько вам надо? Я говорю, хотя бы 100 квадратов. А получилось 226. И вот привезли, я смотрел, закрыто. А здесь дали Боголюбов. Интересно, какие сразу люди пошли, а до этого были звери вы там вот такие. А тут сразу все фамилии другие. Ну, посмотрел, ну как, вы согласны или нет? Я говорю, это весь дом, а территория там, этот тоже туда. Они так махнули рукой. А это все станция «Освод» на водах была, а там отдали, которые в Афганистане воевали, они только что сделали. Так они тут собрались, эти афганцы, ни под каким видом. Они говорят, государственная необходимость. Так озаглавили. И здесь тогда приехал мэр города, Баварин, его советник, Овчинников Владимир Петрович, он тоже в Афганистане воевал, он его как раз и настроил этого. Отойдем. Что надо закончить. И вот как мы заканчивали, когда это дело, это вообще сказать нельзя. И председатель по имуществу Слуцкий. Пойдемте дальше. Пошли. Книги стали заводить машины. Ну представьте, тонна литературы, это один том, а их 38. Но это же явно, что не один томат. И где располагать? А там все. Ну и тут они только что сделали ворота, они стали бунтовать, им высшее место дадим. Отсюда, чтобы вышли, больше не приходили афганцы. А там пришли с одной ногой, с одной рукой. Еще это вон у березы, еще пришлось отпилить и висит баночка, видать? Да. А это я березы понабираю так. Угу. А батюшка привез мне 40 литров сюда. Пойдемте дальше. Пошли. Это Игорь Дубунов, вот он сидит. Вот это впереди идет человек. Да, это особый человек. Она много лет работала как врачом в МВД. Понятно? Какие люди? Дальше идем. Господи. Так, это прихожая. Видите, какой? Уражечку снять. Это я в одном университете пришла. Я в 5 университетах одновременно передо мной. Видите, слушатели сидят. А это вот в ГТУ. Вот она где. А это радиостанция. Две радиопрограммы вел. Одна онлайн была в Барнауле. Коммунисты все роптали. А вот крещение идет. Три. Вот она. Угу. Снимает. Я вот на Иорданскую лечил. Вот где? Дальше. Вот это я, митрополит Виталий с ним. А вот ректор университета, академик, пришел на занятие. Евстигнеев Владимир Васильевич. Чудесный человек. Так, дальше. А вот о чем я говорил. Как раз шел снег. Вот он, мэр города Баварин. Вот мы поцеловались. Это меня за это с коммунистами целуешься. А вот на фоне это снег падает. Это вот как раз советники. Вот тут я стою, Владимир и Слуцкий. А это идет суд надо мною. И вот летят цветы, меня сводят оттуда. Ну, такая есть хорошая фотография. Дальше. А вот
по рукам, давай ударим, он говорит. И он мне говорит, вы войдете в анналы города, историю. И прислал мне бумагу, вот смотрите. Бумага редчайшей ценности. Он погиб потом. Посмотрите, что пишет. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию у молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и к ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки преступления, достойны уважения. И далее. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на долгие, многие годы, 11 лет. Но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Так, подождите, одну секунду. Серега, нам надо батарейки поменять. Это юрист наш, поменять с лицом, посмотрите. Сейчас, я батарейки. Так, я закрою это. Да. Заключаю это, Игнатий Тихонович. Да, подключать? Можешь, да, выключить.